Всем привет! Сегодня солнечный классный день. Я работал в оранжерее и решил снять видео о тех растениях, которых я посадил в грунт. Сейчас я покажу, как они подросли, ну, как себя чувствует в целом. Так, первый — это мой лимон Лунарио. Он уже подрос достаточно мощно. А сверху прям прет. Я так немножко его прищипывал, но вот эти вот новые побеги еще не успел. Это вот лимон от Мейера висит, он его поддерживает. А, у меня сейчас по плану, вот после того, как, ну, месяцок, наверное, еще все подрастет, вызрет, подуспокоится он, крепнет. Я срежу, наверное, вот так вот. И на боковых вот этих побегах буду делать прививки дерева сад из лимонов разных сортов. Список сортов у меня еще пока в размышлениях, но однозначно их будет несколько. Ну, в остальном все хорошо. Тут, видимо, поливали вчера. Не знаю. Вот. Даже вот бутон выпустил. Первый бутон за, не знаю, года 3 или 4, сколько он у меня уже живет. Ну вот. Дальше у меня мандарин Клеопатра. Видимо, его тоже поливали вчера. Он достаточно мощно оброс. Еще даже не закончил. То есть вот это вот, допустим, здесь вот все от нового прироста. Вот это вот видно линия обрезки. Вот он вырос. Ну, где-то вот сантиметров на 15 он вырос. Причем отовсюду я смотрю. Даже дичок подрос. На дичок я что-нибудь привью другого. Вот. Единственное, что я смотрю, пока листья немного хлорозные. Ну, не хлорозные. В общем, не идеальные. Я думаю, что он еще адаптируется к грунту. Ну, в целом, я думаю, нормально проходится. Дальше личи. У личи вызрел прирост. И практически его не крючило. То есть там они не опадали. Ну, то есть раньше начинал расти, и резко все листья начинали, ну, не все, а часть листьев опадать. Тут, в принципе, вот он вырос более-менее нормально. Немножко, чуть-чуть совсем они скручены, ну, почти незаметно. И это для меня очень-очень хорошо, потому что, ну, видимо, ему в грунте понравилось. Сверху тоже. Ну, немного лист, ну, не прям идеальный. Ну, хотя и другие, предыдущие тоже. В целом, я думаю, что все хорошо с ним. Тут я, кстати, воткнул 2 ананаса. Честно, не очень помню. По-моему, это детки с моего. Вот. И здесь у меня термометр еще. На глубине 0,5 метра 18,5 градусов. Вот. Так, банан Нона. Тут куча всего уже рядом стоит. Там эвкалипты. Ну, после посадки, получается, он выдал 3 листа. Листья один больше другого. И это означает то, что ему все нравится. Для меня это прям облегчение, потому что бананы у меня так себе растут. Вот он, ну, красивый. Вот он, когда вызреет, вот эта часть будет уже такой вот розовый. Вот, как здесь. А, забыл сказать, я недавно посадил ананас свой варигатный. Очень он колючий, просто невозможно. Я его из дома привез, вот, построил ему
заграждение, чтобы он особо не вылазил. Ну, не знаю, это во вторник я сажал, сегодня суббота. Особо изменений нету и, в принципе, ладно. Так, здесь у меня ланган с кучей всякой всячины. Ланган не растет, не бросает листья. Ну, может показаться, что вот этот он растет. Нет, он может где-то на полгода вот так вот выпустить, а потом только пойти в рост. Ну, для меня это хорошо, то, что вот он хотя бы листья не начал сбрасывать. Ну, хотя вот один. В принципе, нормально. Дальше моя папайка. Все плоды мы уже сняли, кроме этого. Этот я тоже сегодня сниму, потому что будет обработка от клеща. Растет хорошо. Ну, не прям так супер, но хорошо. То есть все плоды дозрели. И она пошла наращивать крону. То есть нормально, я считаю. Так, маракуйя Роланд растет быстро. Он уже в центре арки. И здесь маракуйя Байт. Байт уже цвела. Ничего не завязала. Ну, Роланд более мощный сорт. Но в целом все равно вот они встретились. Так, здесь у меня фейхоа. Зависть он, естественно, скинул. Единственная, которая оставалась. Не помню даже, где она была. Ну, неважно. В остальном же, я смотрю, листики хорошие. То есть он не сушится, не сушился ничего. Даже ни одну ветку. Ну, я считаю, что хорошо. Там мне на заднем плане пассифлора квадрангулярис. Тоже я в грунт посадил. Не очень понятно. Показать. Вот буквально там два листа вот она выпустила. Ну. А там тоже не видно. Ну, по крайней мере, живая. Так, я тут в углу еще приткнул обычный календюш. По-моему, супер карлик. Не знаю, насколько это у меня получится, но вот я решил, что хочу попробовать. Тут, в принципе, такой угол, что ему есть куда расти вверх. Честно, я не помню, сколько листьев было. По-моему, это вот после посадки. Сажал я недели две назад, наверное. Ну, детка даже выглядит хорошо, поэтому я думаю, что он прижился. Вот, на этом пока все. Больше я ничего не сажал в грунт. Следующая у меня будет посадка какао. Не знаю, наверное, на следующих выходных. И я, естественно, сделаю видео. Так, сажать я буду вот этот экземпляр. Он уже в две, даже в три головы растет. Вот. Это якобы сорт Криола. Точно, конечно же, я не узнаю. Он был, этот экземпляр у меня в одном из роликов о какао. Вот я его вот сажу в грунт. Сажать буду вот сюда. Куда-то вот сюда. Вот посмотрим, что там будет. В общем, все покажу и расскажу. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.